Всем привет, друзья! И сегодня, 18 января 2024 года, появилась интереснейшая информация, которая заставляет задуматься тех, у кого есть мозг. А именно тот, что НАТО объявило о крупнейших военных учениях со времен Холодной войны. И учения эти затронут 90 тысяч военнослужащих НАТО различных стран. Короче говоря, началась раскачка военная блока НАТО. Вот как вы считаете, это перед возможной Третьей мировой войной эти учения? Я лично считаю, что да. Мы, люди обычные, на грани каких-то таких событий, которые нас ужаснут. И я лично считаю, что если мы, европейцы, жители континента Европа, останемся в живых, то нам всем на грудь вот сюда нужно будет одеть медаль за умение выжить в таких вот событиях. Но, конечно, эту медаль, увы, получат не все, потому что не все выживут. А вы вот что думаете по поводу этого? Напишите в комментариях.